Германия – страна с богатейшей историей, удивляющая качеством жизни и комфортом. Германия стала первой страной в Европе, которая совершила переход на летнее время в 1916 году. Каждый третий пивоваренный завод мира расположен в Германии. Внимательность немцев к экологии, правилам и санитарным нормам позволяет спокойно есть полусырое мясо и переходить по зебре с закрытыми глазами. Высокая продолжительность жизни – более 75 лет у мужчин, более 80 лет у женщин. Сегодня переезд в Германию дает вам множество преимуществ. Эффективная система образования и возможность учиться бесплатно. Привлекательность школ и вузов Германии продолжает расти по всему миру. Высокие зарплаты, стабильная политическая обстановка и полная социальная защищенность, включая пособие по безработице. Немецкие законы обеспечивают максимальную защиту прав арендатора жилья. Безвизовый въезд с немецким паспортом в более чем 170 стран. Гарантия безбедной пенсии и достойной старости. Решив переехать в Германию, нужно подготовиться к заполнению множества необходимых документов и подтверждению ваших данных. Действующие программы иммиграции предоставляют широкие возможности для каждого желающего, но условия могут сильно отличаться. Если вы считаете, что подходите под узкоспециализированные программы переезда, воспользуйтесь услугой консультанта по вопросам иммиграции. Упрощенная процедура получения вида на жительство и гражданства Германии станет еще ближе. Если вы высококлассный специалист, можете претендовать на голубую карту – надежный способ жить и работать в Германии с последующим оформлением ПМЖ. Для ее получения необходимы подтвержденный контракт с работодателем на территории Германии с ежемесячной зарплатой не менее определенной суммы в евро, диплом о высшем образовании, выданный немецким или одобренным иностранным вузом. Отдельная подача заявки на рабочую визу и знание языка не требуется. Получив голубую карту через год и 9 месяцев работы в Германии, можно подать досрочную заявку на ПМЖ. Через 6-8 лет после легального постоянного проживания вы можете подать документы на гражданство Германии. Переехать в Германию быстрее, надежнее и без лишних затрат на повторную подачу документов помогает проект «Второй паспорт». Наш консультант по вопросам иммиграции подбирает для вас подходящую программу и рассказывает все нюансы. Вы получаете не только устные ответы, но и официальный документ с рекомендациями именно для вас и вашей семьи. Узнать подробности и заполнить анкету для переезда в Германию вы можете на сайте второйпаспорт.com. Второй паспорт – эффективный помощник в достижении ваших целей.